Спасибо, что вы пришли. Меня зовут Кент Ховенд. Я преподавал науку 15 лет. Сейчас я путешествую и преподаю на тему «Эволюция творения динозавра». В одном из моих семинаров мы говорим о динозаврах и о том, что о них упоминается в Библии. И о том, что в истории много о них сказано, но сегодня мы будем говорить о Левиафане. Это огнедышащий дракон, упомянутый в книге Иова, 41 глава. Интересная глава, между прочим, почитайте ее. Однако, когда я был в 7 классе, не помню, 4 или 5 раз, я рос в штате Иллинойс, и однажды Давид, друг мой, приехал ко мне навестить меня. Был жаркий июль. Мы носились вокруг и не обращали внимания на время, как обычно это у пацанов. Итак, мы заигрались, а Давиду нужно было домой, но он про это забыл. Начинало уже темнеть. Давид говорит: «Кент, что я буду делать? Через 20 минут будет темно. Мне нужно будет ехать 3 мили по шоссе 150. Я не смогу попасть домой через 20 минут. И потому шоссе в темноте я не хочу ехать». Я говорю: «Давид, я все устрою. Сейчас пойду с мамой поговорю». Я подхожу к маме и говорю: «Мама, у нас есть проблемы. У Давида велосипед, ему нужно домой, а он не хочет ехать по шоссе в темноте, мама. Как насчет, мама, ты знаешь, велосипед не влезет в наш Volkswagen. Может, я сяду на велосипед и буду держаться за Volkswagen. А ты будешь вести машину и быстро нас домой к нему привезешь». Мама сказала: «Конечно, нет, это самая глупая идея, которую я когда-либо слышала». Однако все дети прекрасно знают, если долго родителей о чем-то просить, то можно уговорить их на что угодно. Вы же это все знаете. «Ну, мам, пожалуйста, ну, мам, пожалуйста, ну, давай, давай». Я сказал: «Мама, ну, один разок. Понимаешь, мои братья постоянно со мной это делают». Да, и они это делали. У меня два старших брата, и они возили меня в соседние окрестности таким образом. Вспоминая об этом сейчас, я понимаю, они хотели меня убить. Но в то время я думал, что это круто. Я говорил: «Давай, мама, давай, мама», и уговорил в конце концов. И, вопреки своему здравому смыслу, она согласилась. И я сел на пятискоростной велосипед Дэвида и держался за Volkswagen, а мама нас везла к нему домой. В те дни то шоссе представляло собой гравий и смолу. Горячая смола перемешивается с гравием на дороге, и когда остывает, то возникают специальные пупырышки, и когда едешь, то шум от колес возникает. И вот мы нормально едем, где-то со скоростью 60 км в час. Я держусь за машину, волосы у меня задувают, глаза у меня вот такие, от мошкры всякую ворачиваюсь. Я не знаю точно, что случилось. Даже сегодня не уверен, что именно. Возможно, цепь соскочила и запуталась на заднем колесе, и оно остановилось. И за гораздо меньшее время, чем можно рассказать историю, велосипед из-под меня улетел. Я безумно старался бежать со скоростью машины. И сразу я понял, что я на это не способен. И я упал на это 150-е шоссе. Но я не сделал или не смог, все так быстро получилось. То есть не разжал руку, которая держался. Мама периодически наблюдала за мной и заметила, что меня нет. Она подумала: «О нет, он упал». Да, мама, к сожалению, не улетел вверх. И мама подумала: может, он зацепился за заднюю покрышку? Она тянула меня по гравию, и она мудро свернула и потянула меня по еще более бугристой обочине. Меня отвезли в больницу. Мы уже там были. Много раз. Доктор на меня взглянул и сказал: «Что с ним произошло?» И мама все рассказала. Бедный доктор, ему всегда приходится сталкиваться с таким. Он сказал медсестре пойти и принести все необходимое. Через несколько минут в дверь вошли 4 самые большие медсестры в мире. Он сказал: «Дамы, я хочу, чтобы вы крепко держали этого парня на столе». Один за одним они взяли мои руки и ноги и, улыбаясь, прижали меня к столу. Доктор нагибается и из-под стола достает специальный раствор. Приготовил горяченькую водичку, также взял что-то, что я до сих пор не знаю, для разрезки смолы, а потом я не мог поверить в то, что я увидел. Он достает обычную, магазинную, жесткую щетку.
Я подумал, нет, это же госпиталь, здесь должно быть что-то из хрома, из нержавейки. Нет, это была обычная грубая щетка для чистки. Он обмакнул ее в той мыльной воде и сказал, «Дамы, держитесь». И он начал шкрябать и шкрябать мое маленькое тело семиклассника. Моя правая рука, нога, бок протащился по гравию. И по смоле также, чтобы гравий приклеился. И теперь доктор счищал смолу, чтобы вытащить гравий. Хочу, чтобы вы знали, я отчаянно брыкался, пытаясь откинуть тех дам. Но не мог. Четверо против одного не по олимпийским правилам. После примерно 20 минут шкрябания, доктор сказал, ну все в порядке, забинтуйте и домой его. Меня обвязали и отослали домой. Несколько дней спустя, когда сняли бинты, чтобы посмотреть, что под ними, то есть что осталось от моего тела, я заметил нечто интересное. В моем левом локте я обнаружил обуглившиеся куски и смолу, которую они пропустили. До сих пор они там. Если вы думаете, что я хочу вернуться в госпиталь, чтобы вытащить это, вы ошибаетесь. Я сейчас быстрее бегаю. Пока они меня поймают, у них не будет сил меня держать. Я собираюсь их там оставить навсегда, хоть это и немного странно носить камни в локте. Ничего, не страшно. Когда я умру, пусть черви их не едят, если им это не нравится. Они там останутся навсегда. Боль того не стоит, чтобы вытаскивать. Вы скажете, брат Хован, а кому до этого дело есть вообще? Знаете, я думаю, у нас есть проблема в Америке и во всем мире. Я смирился с камнями в моем локте, что не так уж страшно. Но есть очень много христиан, которые смирились с грехом в своем сердце. И не хотят удалить. Царь Давид говорит в 50-м псалме «Очисти меня иссопом». Иссоп — это такая специальная трава, которая напоминает ту самую щетку, которой меня чистили. Раньше эту траву применяли для вычищения горшков и кастрюль. В 51-м псалме английской Библии Давид хочет, чтобы его очистили таким иссопом. Он действительно хотел быть чистым. По сути, он говорил, «Господь, я хочу, чтобы ты вышкреб все из меня нечистое». Я хочу сегодня задать один вопрос. У вас сердце чистое? Правильное ли состояние сердца пред Богом? Нет, не сколько вы денег жертвуете в церковь, а какое сердце? Я думаю, то, что Господь делал с Иовом в главе 40 и 41, даже с 38 по 41, Бог задал Иову 84 последовательных вопроса. Ни на один Иов не ответил. В 40 главе Господь говорит, «Посмотри сейчас на бегемота». И в моем третьем семинаре мы говорим, что этот бегемот был на самом деле брахиозавр или другой динозавр. Называю также брантозавром. Скажем, какой-то с длинной шеей. И, подходя к 41 главе, Господь все еще спрашивает свои 84 вопроса. И Господь спрашивает, «А Левиафана можешь вытащить удой, крючком?» А что это вообще такое, Левиафан? Некоторые ссылки в Библии говорят, что Левиафаном может быть кит. Некоторые говорят крокодил. Я думаю, что это не одно из упомянутых. Я предполагаю, что Левиафан — это тираннозавр Рекс. Я не знаю, не уверен, я много раз читал, мне кажется, тираннозавр сюда подходит. Но даже если не так, я сегодня проповедую, пусть сегодня это будет Т-рекс. Т-рекс — это редкий динозавр, всего 22 было найдено. Самый большой — около 7 метров высоты. Его голова немного меньше, чем Volkswagen. Мозг размером с бейсбольный мяч. Наверняка не очень умный. Вот здесь у меня на столе есть копия зуба Т-рекса. Вот один из его зубов, а вот копия его ногтя. Если обратиться по определенному адресу, вам тоже могут выслать копию. А вот копия одного из ногтей его передних лапок. Он должен быть осторожным, когда ковыряется в носу. Т-рекс — это довольно большой динозавр, весивший от 10 до 15 тонн. Может, даже до 20 тонн, никто не уверен, потому что кости находят. Но Бог говорит в 41 главе Иову, можешь ли крючком вытащить Левиафана? Да, кто использует леску, выдерживающую 10-15 тонн, когда идет рыбачить? Конечно, на удочку Левиафана не поймать. Бог задает вопросы Иову, а он ни на один не ответил, ни на один. Предположим, вы можете. Вы идете рыбачить и вы тянете что-то тяжелое.
Вы тянете, тянете, и вот из воды вылезает 7-метровый Т-рекс. Он подходит к вашей лодочке, и вы замечаете, что у него крючочек на губе, а лесочка соединена с вашей удочкой. И он говорит: «Эй, это твое?» «Нет, мистер Ти, что вы, я никогда не видел удочку в своей жизни, это моего брата». Естественно, вам не вытащить Левиафана крючком. Иов даже не отвечал на вопросы такого плана. И Господь продолжает: «Вденешь ли кольцо в ноздри его, проколешь ли иглой челюсть его? Будет ли он много умолять тебя, и будет ли говорить с тобой кротко?» Ты думаешь, Иов, он будет просить тебя милости? Сделает ли договор с тобой? Возьмешь ли его себе в рабы навсегда? Эй, Иов, может, натренируешь его возить твою тележку? Никто не тренирует Т-рексов показывать шоу. Станешь ли забавляться им, как птичкой? Спой. Все 15 тонн. Бум. Свяжешь ли ты его для девочек твоих? Да, Иов, свяжи его и приведи к себе домой для своей дочки поиграться. Надо много запасных дочек. А твои товарищи банкет с ним устроят? Тебя когда-нибудь товарищи приглашали на кусочек жареного Т-рекса? Наверное, нет. Разделят ли его между купцами? В магазине его не найти. Можешь ли пронзить кожу его копьем и голову его рыбачьей острогой? Клади на него руку твою и помни о борьбе. Впредь не будешь. Я думаю, Господь говорит ему: «Иов, пойди схвати его, это последнее, что ты сделаешь». «Давай, давай, Иов. Надежда твоя тщетна. Не упадешь ли от одного взгляда его?» Лишь один его взгляд может до смерти испугать. Кто смотрел «Парк юрского периода»? Помните, там парень сидел, и крыша разрывается, и Т-рекс появляется. Сцена ужас. От одного взгляда до смерти испугаешься. Затем в 10 стихе Господь говорит: «Нет столь отважного, который осмелился бы потревожить его. Кто же может устоять перед моим лицом?» Вот здесь как раз и открывается весь смысл этого. Господь корректировал Иова. Господь говорит: «Иов, ты его боишься?» «Да, он большой, не так ли?» «Ты с ним зацепишься?» «Нет». Бог говорит: «Иов, а меня ты боишься?» Я думаю, здесь основной смысл большого отрывка. Я думаю, Бог использует этого Левиафана, чтобы помочь понять Иову, что он потерял страх перед Богом. Многие люди в Америке потеряли страх перед Богом. Своих друзей они боятся больше, чем Бога. Сегодняшний вопрос: насколько велик ваш Бог? Когда Он говорит что-то делать, вы делаете? Вы боитесь Бога или ваших друзей? Я думаю, все то Господь делал, чтобы приготовить его к судному дню. Однажды мы предстанем пред Богом. И важно будет не то, что ваши друзья думают, а то, что Бог думает. И этот Левиафан, которого Бог показывал Иову, для того, чтобы приготовить Иова: «Эй, Иов, ты его боишься? Боишься предстать пред ним? А боишься ли ты меня? Предо мной предстанешь?» Люди, мы предстанем перед Богом. Насколько Он велик у вас? Когда-то думали об этом? Вы ожидаете, что Он как щеночек к вам прибежит, когда позовете? Так, дети, успокоились. Сейчас будем молиться. Господь, благослови еду, когда будем ее есть. Аминь. Часто мы так относимся к Богу, не так ли? Знаете, что полезно сделать? Уединитесь просто где-то и скажите: «Отец Небесный, остановитесь и ничего 30 минут не говорите. Подумайте, что вы только что сказали, с кем вы разговариваете». Это Бог. Мы должны бежать, когда Он призывает, а не наоборот. Насколько велик ваш Бог? Так велик, чтобы говорить, как одеваться? Определяет ли Он вашу одежду? Библия ясна насчет этого. 1 Тимофею, 2 глава. «Жены в приличном одеянии. Одежда должна быть скромной. Женщины, когда вы одеваетесь, вы должны говорить так: Господь, я хочу тебе угодить. Эта одежда подходит?» Мой отец говорил: «Если ты не в деле, то не рекламируй». Очень просто. Ваша одежда приличная, скромная? Так говорит Библия, это не я писал. Я думаю, это важно. А как насчет волос, прически? Когда-то я был спасатель с красивыми длинными волосами, блондин. Я уверовал и прочитал в 1 Коринфянам 11, что это бесчестие для мужчины иметь длинные волосы. Мне говорится, что это грех, но что это стыдно, бесчестие. Я молился и говорил: «Господь, я не хочу быть в бесчестии, чтобы мне было стыдно».
Да, там не говорится, сколько это длинное, чтобы быть длинным. Я знал все эти аргументы, но я думал, что должно быть такое отношение. Если Господь говорит, то я буду это делать. И все. Просто покажи мне, Господь, и я это сделаю. Читайте этот стих и уединитесь, и скажите, «Хорошо, Господь, насколько я должен их обрезать?» Как вы осознаете величие Божие? Он контролирует вашу речь. И насчет этого вполне ясно говорится, Ефесянам 4 глава, «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших». Помню, что когда я уверовал, то заканчивал тогда школу в Иллинойсе. Вы знаете, что обычно происходит в раздевалках. Там ребята соревнуются, кто больше скажет матов за 10 секунд. И вот я спасен, мне 16 лет. И я хочу угодить Богу. Но следующие 4-5 месяцев я боялся открыть свой рот. Боялся того, что может из него выйти. У кого-то были подобные переживания? Подходя к другу, я мог сказать. Вначале в уме проговорил, а потом в конце концов. «Привет, как дела?» О, получилось. Велик ли он настолько для вас, чтобы на работе контролировать реакцию на грязные шутки? Управляет ли Бог вашей речью? Насколько он велик для вас? Подумайте. А контролирует ли он то, что вы смотрите по телевизору? Под чьим контролем пульт? Кто-то подарил мне подушечку с карманом для пульта, с названием «Король пульта». Иисус должен быть король вашего пульта. В 100-м псалме написано «Не положу пред очами моими вещи непотребные». Предположим, вы установили правила в вашем доме. Слышите по телевизору мат и выключаете телек на 2 часа. Просто предположим. Конечно, вы этого делать не будете, но просто предположим. Или если видите кого-то по телевизору одетого нескромно, например, какого-то ковбоя или девушку, опять выключаете на 2 часа. Или если видите, что кто-то пьет алкогольные напитки, то вы опять выключаете на 2 часа. Сколько в результате вы будете смотреть? Приклейте этот стих из псалма на экране телевизора. «Не положу непотребные вещи перед моими глазами». Итак, насколько велик ваш Бог для вас? Он контролирует музыку, которую вы слушаете? Да, это почти всех касается. Итак, какую музыку вы слушаете? Библия говорит, «Назидая самих себя псалмами и словословиями, и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу». Доволен ли Бог, если в ваших песнях есть блуд, прелюбодеяние, кто-то убегает с чужой женой? Просто подумайте об этом. Доволен ли Бог вашей музыкой? Я хочу вас озадачить. Возьмите вашу любимую песню и запишите ее слова на бумажку. И прочтите. Я помню, однажды мы с товарищем строили дом, и он по радио слушал песню, кажется, в стиле рок. И там начали хулить Бога прямо посередине песни. Я спросил, «А ты слышал, что они только что сказали?» Он говорит, «Я эту песню 1000 раз слушал, но этого не слышал». А там это было ясно как день, если прислушаться. Он позвонил на эту рок-радиостанцию. Он сказал, «У меня есть возражение против песни, которую вы только что проиграли». Они сказали, «Не нравится, смени радиостанцию». Клик. Им все равно, что ты думаешь. Но Богу нет. От того, какую музыку ты слушаешь, зависит то, как идет процесс твоего мышления. Я просто спрашиваю сегодня, контролирует ли Бог вашу музыку, потому что она имеет сильное на нас влияние. Библия говорит, что нам всем предстоит явиться пред судилище Христово и получить согласно тому, что мы делали в теле. Таким образом, зная страх Господень, мы убеждаем людей. Ребята, судный день будет страшный. Насколько велик Господь для вас? Если бы вы стояли перед Тирексом, вы бы испугались до смерти. Есть ли у вас здравый страх перед Богом? Это все, что я спрашиваю сегодня. Кому из вас интересно, если бы я для вас сэкономил, сохранил 50 тысяч долларов? Хотите сэкономить 50 тысяч долларов? Внимательно слушайте, и у вас получится. Когда моему сыну было 7 лет, мы пошли к дантисту. И врач говорит, у вашего сына дупло, дырка. Я говорю, да, сэр, я знаю, вы говорите об этой наверху или той, что в зубе? Той, что в зубе, которую мы можем исправить. Я говорю, хорошо, поехали. Дантист говорит, «Сынок, ты должен сидеть спокойно». «Очень спокойно, открой ротик, и я сделаю тебе укольчик».
Он укольчик мне сделает. Спокойно, спокойно, я тебе укол сделаю. Я посверлю, вытащу грязь, заделаю серебром, все будет хорошо. Да, он пытался сидеть спокойно. Но когда дантист вытащил 3-сантиметровую иглу и бутылку с лидокаином, он полностью обезумел, полностью потерял контроль. Брыкался, кричал, вы видели когда-нибудь детей в кресле зубного? Может быть, и вы себе парочку раз так вели. Он хотел оттуда немедленно убраться. Доктор позвал сестру, и она пыталась его удерживать, я пытался его удерживать, доктор пытался его удерживать, но ничего не помогало. В конце концов, доктор разнервничался и сказал, я не могу. Он должен сидеть спокойно. Я говорю, доктор, разрешите мне с ним побеседовать на улице, я его успокою, может быть. Мы подошли к нашему микроавтобусику и сели на заднее сиденье «Шевролета». Я говорю, сын, я тебя очень люблю. Он говорит, я знаю, папа. Я говорю, сын, я сказал тебе сидеть спокойно. Ты не сидел спокойно. Что происходит, когда ты не слушаешься папу? Получаю по заднице. И это правильно. Нагибайся. О, я ему врезал туда. Круто. Через пару минут дым шел с его макушки, из глаз слезы, из носа, жемчужный, полный комплект. Я говорю, сын, мы сейчас вернемся в кабинет, и ты сядешь в тот стул. И если ты хотя бы один раз ерзнешь, я на тебя кричать не буду. Я просто тихонько тебя приведу в автобус, и ты получишь в 2 раза больше. Затем мы возвращаемся в кабинет, и если ты ерзаешь, мы возвращаемся в автобус, и ты получаешь в 3 раза больше. И мы будем ходить туда и сюда, пока я не устану. И я много лет занимался теннисом, и у меня хорошая подача сверху, как ты хорошо знаешь. И я думаю, что я довольно долго не устану. И вы знаете, тот ребенок вернулся в кабинет, сел в кресло, открыл свой рот, схватил ручки, и ни одна мышца его не дрогнула. Я думаю, он даже 20 минут не дышал. Но доктор посверлил, запломбировал, и мы вышли из кабинета. И дантист говорит, «Мистер Хован, подойдите, пожалуйста». Я подумал, «Ого». Что делать? Он говорит, послушайте, мистер Хованд, я не знаю, что вы там сказали этому мальчику, но я хочу, чтобы вы у меня работали. Я говорю, нет, сэр, вы не захотите, чтобы я на вас работал. Меня определенные органы закроют навсегда. Знаете, в чем разница? Когда он был в кресле 2-й раз, он все еще боялся дантиста. Это не поменялось. Но что-то изменилось. Сейчас он больше боялся меня. Быстрое психологическое смещение. Теперь меня он боялся больше, чем чего-либо. Я этого и хотел. Вы скажете, брат Хованд, а как же насчет 50 тысяч? Успокойтесь, мы к этому идем. Я много подбирал попутчиков. Когда начал евангелизацию, больше 1500 километров каждую неделю ездил, а сейчас летаю постоянно. Итак, однажды, как всегда, я подобрал попутчика, он говорит, «Вы не возражаете, если я покурю у вас?» Я говорю, «Да, конечно, я возражаю, я практически живу сейчас в машине». Я говорю, «Если хотите покурить, курите снаружи, но не в моей машине». «Ну, хорошо, нет проблем, я понимаю». Я спрашиваю, «Сэр, а сколько стоят сигареты?» $1.75 пачка. Я беру свой калькулятор, $1.75. «А сколько пачек в день вы курите?» «Ну, 2,5». Умножить на 2,5. А вы каждый день курите? Да. Умножить на каждый день. Спрашиваю, как долго вы это делаете? О, уже 35 лет. Умножить на 35 равно 50 тысяч долларов. Я говорю, сэр, вы потратили 50 тысяч долларов на дым. Вы создали свое собственное облако. Вы бы могли уже купить совершенно новый корвет, пару Тойот, Хонд, ролики, скейтборд, но вы решили купить облако. И сегодня вы стоите на углу улицы с поднятым вверх большим пальцем, просите меня подвести вас, потому что вы не смогли завести свое облако. Да, мы так поступаем иногда. Потратить 50 штук на облако – не мудрое вложение капиталов. Между прочим, 50 тысяч – это капля в ведре. Вот когда он умрет от этой привычки, он увидит, что это будет ему стоить. Очень много будет стоить. Поэтому они создают Всемирную организацию здравоохранения. Это философия Теда Кеннеди. Я хочу курить, пить, колоться, гулять с женщинами, и если заболею, вы будете платить за это.
Может, мудр то, что я уже 9 лет делаю? У нас нет медицинской страховки. Нет медицинской страховки? Нет. Это заставляет нас присматривать за здоровьем. Да, это наверняка. И мы не ходим к докторам по всяким мелочам. Представим, что никто не имеет медицинской страховки. Очень сильно цены упадут. Очень сильно. Я это не рекомендую как необходимость. Медицинская страховка меня немного беспокоит, потому что 70% всех болезней самопричиненные. У многих людей есть плохие привычки, они заканчивают плохим здоровьем, а мы должны за это платить. Вы знаете, вы хотите разрушить свое здоровье? Хорошо, но я не хочу за это платить. Хорошо? Я спросил этого человека в машине: «Сэр, вы потратили 50 штук на дым. Сколько вам было лет, когда вы начали?» «Ну, где-то 13». Я говорю: «А почему вы первую сигарету закурили?» Он говорит: «Ну, я был с моими друзьями». Я говорю: «Ну, вы можете там остановиться. Конец истории, я знаю». Когда ты сходишься с тупыми друзьями, то скоро будешь поступать тупо. Сколько из вас сделало что-то глупое, потому что вы были с глупыми людьми? Тупое прибавить тупое, скажите, что получится. Правильно? Его проблема, когда ему было 13, он боялся больше своих друзей, чем Бога. Смотрите, если бы у него был здравый страх Божий, и дружки бы сказали: «Эй, курнуть хочешь?» Он бы сказал: «О, нет, я не могу, у меня рта нет». Что это значит, рта нет? Ну, это не мой, это Божий. Также у меня и сигареты нет, и рук нет. Они Божьи, не мои. Я имею в виду, что если бы был страх Божий, то эта привычка вообще бы не началась. Девочки, у многих из вас будут проблемы, потому что вы больше боитесь своего бойфренда, чем Бога. И однажды, когда вы будете наедине, он скажет: «Давай поцелуемся». А ты скажешь: «Нет». А он скажет: «Да». А ты скажешь: «Нет». А он скажет: «Да». И он будет очень настойчив, могу вас заверить. Так это происходит. Вот, девочки, что нужно делать, когда мальчик будет с вами разговаривать вот так. Ты говоришь: «Нет». Он говорит: «Да». Скажите: «Ты хочешь поцеловаться?» Он скажет: «Да». Ну хорошо, закрой глазки и выставь губки. Пока он делает губы бантиком, снимите свою туфлю. Держим глазки закрытыми. Хорошенько размахнитесь. Если вы это правильно сделаете, то он приземлится на следующей неделе. И когда он начнется, если он начнется, у него будут вот такие огромные губы. И он задумается первый раз в своей подростковой жизни. Две мысли будут у него одновременно. Он будет думать: «А, больно». И также будет думать: «Это та девушка, на которой я хочу жениться». Если, конечно, губы когда-то восстановятся до нормальных. Мужчинам скажу, что у вас есть проблемы на работе. Вы не можете постоять за то, что правильно, потому что боитесь своих друзей. Вам рассказывают грязные истории, и не обязательно, что вы что-то говорите, просто слушайте. Однажды мне нужно было купить трактор для церкви. И парень, который там продавал трактора, был, ну, просто реальный здоровяк, просто гигант, огромный. Громила, владелец компании. Я захожу, готовый заплатить $5000, чтобы купить трактор для нужд церкви. И я захожу, а он в это время на телефоне и орет там, матерится, трубку бросил. Поворачивается, и я стою у прилавка. Заполняю кое-что. Он, конечно, конкретно матерился. Я говорю: «Билл, мне не нравится, когда употребляют имя моего Бога в суе. Я сюда пришел потратить деньги в пользу твоего бизнеса, а здесь ты материшь моего Бога, которого я люблю и которому служу». Он обошел прилавок и сверху вниз посмотрел на меня. Я стоял перед гигантом. Он говорит: «Спасибо, что сказал». «Неужели все так плохо было, да?» Я сказал: «Да, Билл, очень плохо было. Тебе нужно отдать свое сердце Господу, чтобы он начал наводить там порядок». Вот проблема многих из вас. Вы боитесь больше ваших знакомых, чем Бога.
Если бы мы были христианами, которые боятся Бога больше всего, мы бы сделали серьезные перемены в этой стране. Наша задача – поступать праведно. А Господь проконтролирует все нюансы. Просто делайте то, что правильно. Я останавливаю людей, которые собираются пьяными вести машину. Я им говорю, если вы сядете в машину с этой открытой банкой пива, то я позвоню в полицию и вас сдам. И естественно, на меня орут, кричат, матерятся, но я говорю, вы можете говорить все, что хотите. А я говорю вам, мне ехать по этой дороге, моим детям ехать по этой дороге, и прежде чем я позволю вам раздавить моих детей, я вас сдам в полицию. И они могут мне угрожать, они могут меня побить. Моя задача — делать то, что правильно. Но Господь всем управит. Однако же у очень многих христиан есть страх пред людьми, а Библия говорит, что это ставит сеть. Вот что нам нужно делать. Нам нужно говорить, «Господи, все, что Ты скажешь, я сделаю». И есть люди, которые подзарабатывают, делая что-то неправильно, но ваша работа — делать то, что правильно. А Господь и о деньгах позаботится в этом случае. Просто делайте то, что правильно. А тот парень, которому 13 лет, пристрастился к курению, потому что друзей боялся, а не Бога. Иова 41:14. «Кто может отворить двери лица его, круг, зубов его, ужас?» Не понимаю, как кто-то может говорить, что это кит? Там ведь зубов таких нет. Сами проверьте и убедитесь. Крепкие щиты его, то есть чешуя. У китов нет чешуи. Там и млекопитающие, у них шерсть, дают молоко, тонну в день. Полный бред. Крепкие щиты его великолепия, они скреплены как бы твердой печатью, один к другому прикасается близко, так что и воздух не проходит между ними. У него чешуя, копье не пробьет. Один с другим лежат плотно, сцепились и не раздвигаются. От его низингс. Его чего? Его низингс. Вы знаете, когда переводчики короля Якова натолкнулись на это еврейское слово? Это слово «атиш», что означает «выдувание воздуха из носа». Они собрались вместе и думали, как им перевести это слово. В английском нет такого слова «выдувать», «взрывать воздух из носа». И сказали, ну ладно, тогда придется совершенно новое слово ввести. Это слово вроде «чихание», но это не «чихание». И они ввели совершенно новое слово «низингс», вроде как наше «хание». Больше это слово нигде не встречается. Никогда до, ни после это слово нигде не встречалось. От этого «хания», «чихания» показывается свет из носа. Что? Когда он взрывом выдувает воздух, свет показывается? Глаза у него как ресницы зари. Из пасти его выходят пламенники, выскакивают огненные искры. Из ноздрей его выходит дым. Ну, здесь ничего особенного. Я видел служителей, делающих это рядом со зданием церкви. Как из кипящего горшка или котла. Дыхание его раскаляет угли, и из пасти его выходит пламя. Брат Хованд, здесь говорится об огнедышащем драконе? Да, несомненно. Нет, вы скажете, это символически, это описывает сатану. Потому что дьявол назван драконом, это символика. Да, это истина, что сатана назван драконом. Но и другими он назван. Он назван змеем, и, конечно же, змеи есть. Было бы бесполезно называть сатану змеем, если не было бы змеев, с которыми можно было бы его сравнить. И также он назван рыкающий лев. Дьявол назван как рыкающий лев, и действительно львы существуют. И если дьявол назван драконом, то действительно драконы были. И вы скажете, ты что, веришь в огнедышащих драконов? Я скажу, да. У меня есть 4 причины, почему я в них верю. Вы мне скажите свои причины, почему вы не верите, и мы можем с вами подискутировать. Причина первая. Сложно читать этот отрывок в Библии, чтобы не прийти к заключению, что эта тварь выдыхала огонь. Не согласитесь ли вы, что это очевидно из этого отрывка? Если отрывок дать 5000 человек, то все из них придут к одной интерпретации. Не так ли? Ведь это очевидная интерпретация. Библия говорит, что он выдыхал пламя. Во-вторых, есть сотни легенд об огнедышащих драконах. Почему в стольких многих странах есть легенды об огнедышащих драконах? Это не случайно. И если они просто придумывают истории, то почему ни у кого никогда не встречался, скажем, огнедышащий хомячок или еще что-то? Почему всегда огнедышащий дракон? Ну и совпадение, а? В-третьих, химически возможно это делать. То есть соединять химические элементы и выстреливать на врага. Это то, что делает жук-бомбардир. Возьмите Всемирную научную энциклопедию 81 года и прочитайте про жука-бомбардира.
На его спинку положили немного воска, туда воткнули канцелярскую скрепку, которую соединяли со стойкой фотографа. Затем пинцетом они ущипнули его переднюю лапу. И жук думает: «О, опять эти бессмысленные муравьи, которые в жизни ничего не поняли, кусают меня за ногу». У жука есть специальная пушка рядом с задними лапами. Он направляет ее на врага и взрывает его химическим веществом в 212 градусов по Фаренгейту. Температура кипящей воды. Откуда жук берет нечто температурой 212 градусов? У него что, печь есть? Система выстрела у жука-бомбардира очень схожа с пульсирующей реактивной силовой установкой немецкого самолета-снаряда Фау-1 времен Второй мировой. То, что жук достиг в процессе эволюции, это скачкообразный взрывной процесс выстрелов со скоростью 500 пульсаций в секунду. Энергия для взрыва получается от смеси двух жидкостей – гидрохинона и перекиси водорода с окислительными ферментами. Основной вопрос, конечно, в том, как многие маленькие случайные мутации могли привести к развитию механизма реактивной пульсации двух жидкостей, резервуаров для жидкости, насосов, системы координации и другого, в то время как только целостный и совершенный механизм может существовать. В то время как креационисты утверждают, что теория эволюции и естественный отбор здесь не могут иметь места, все же возможно, что в процессе находятся атеистические факторы, которые все еще за пределами наших познаний. И все, что нам нужно, это лучшая теория эволюции. Как мог эволюционировать такой сложный жук? Сзади он хранит два химиката в двух резервуарах – гидрохинон и перекись водорода. Если их соединить – взрыв. И жук, естественно, не хочет, чтобы это взорвалось у него в задней части. Будет некомфортно. Поэтому у него есть третье вещество под названием ингибитор, препятствующее возникновению реакции. Но сейчас в нем нет необходимости, потому что происходит выстрел на поражение врага. Также у него есть четвертый элемент, который испускается в самое последнее мгновение времени. Четвертый элемент нейтрализует третий элемент и позволяет двум первым взрываться. Это сложно? Четыре элемента. Первых два взрываются, третий нейтрализует первые два, четвертый нейтрализует третий, что первые два взорвались. Расчет времени здесь очень важен для жука. Если он забудет активировать ингибитор, нейтрализатор, один раз, он переходит в историю. И если вводит нейтрализатор слишком рано, будут проблемы. И если этот жук медленно эволюционировал миллиарды лет, то в джунглях, наверное, слышались взрывы на уроках химии, когда они практиковались. А потом они на похоронах собирались, и бабушка говорит: «Внучата, внимательно посмотрите на вашего дядю, он себе задницу взорвал. Хотите так же закончить?» «Нет, бабушка». Поэтому хватит лодырничать и будьте внимательны на уроках, когда-то вы станете жуками-бомбардирами. Послушайте, ребята, если вы думаете, что жук случайно эволюционировал, вам нужна помощь. Он ничего в химии не понимает. Он даже в садик никогда не ходил. Если тело его вот такусенькое, то мозг еще меньше. Все, что он знает, если кто-то меня кусает, я его прожгу. И враг убежит, если сможет. Это работает и на более крупных животных. Вот лягушка, которая на него покушалась. Картинка номер 2. Жук во рту этой жабы. Картинка 3. Жук опять на свободе. Язык жабы лежит на полу. И он бежит домой и думает: «Ух, позовите повара. Вкусная лягушечка. На время забудем о мексиканской кухне». Хорошо, четвертая причина, почему я верю в огнедышащих драконов, это потому, что у некоторых динозавров есть очень странное удлинение на голове. Никто не уверен, зачем это нужно. Например, Parasaurolophus имеет очень странное удлинение на голове. Это расширение удлинения его носового канала. И там пусто. Прямое соединение с носом. Его называют пустоголовый динозавр. Даже у Т-рекса голова как Volkswagen, а мозг как бейсбольный мяч. Остальная часть типа трубопроводка, соединенная с носом. Что означает, что если он там хранил химикаты, то он мог их выпрыскивать по своей воле через рот или нос. Или, может, по чьей-то другой воле, может, кто-то хотел. И значит, это огнедышащий дракон. Это химически возможно, это анатомически возможно, и в истории полно фактов. И Библия говорит, что такой дракон был. Вот мои четыре причины. Если у вас другие, чтобы не верить, хочу их услышать. Следующий стих говорит: когда он поднимается, силачи в страхе.
Как парень с фильма «Парк юрского периода», неважно, насколько ты силен. От него все побегут. Булава считается у него за соломину, свистку дротика он смеется. Копьем его не напугать. Он кипятит пучину, как котел, и море притворяет в кипящую мазь. Вы скажете, брат Хованд, но он в воде живет. В одном из псалмов написано, что он в воде живет. В нескольких местах — в воде. Я понимаю, я все эти стихи читал. Но, ребята, подумайте, какая польза выдыхать огонь под водой? Возможно, это животное заходило и в воду, и выходило на землю, как многие другие. Держу пари, что если бы вы были 7 метров высотой и весили 15 тонн, имели бы голову, как Volkswagen, и могли извергать огонь, то могли бы ходить, где хотели. Я думаю, он ходил и в воде, и на суше. Следующий стих оставляет за собой светящуюся стезю. Бездна кажется сединой. Нет на земле подобного ему. Он сотворен бесстрашным. Он ничего не боится. А как можно, если ты такой здоровый? На все высокое смотрит смело. Он царь над всеми сынами гордости. Глава 42. «И отвечал Иов Господу». Наконец, Иов что-то собрался сказать. Уже 4 главы Бог задал 84 вопроса. Бог показал ему так называемого бегемота и левиафана и закончил говорить. Последнее, что Бог сказал. Вот этот стих. «На все высокое смотрит смело. Он царь над всеми сынами гордости». Бог закончил. Иов, разговор закончен. Зачем Богу понадобилось оставить Иова с такой мыслью? Я думаю, что у Иова была с этим проблема. Он был хороший, благочестивый человек, но гордый. И у нас многих та же проблема. Может быть, вы хороший, может быть, умный, может быть, богатый, может быть, гордый. Бог ненавидит гордость, об этом много написано в Библии. В книге Иезекииля написано 4 причины гордости. Это отрывок о сатане, о грехе. Бог здесь говорит о сатане, за то, что вознесло сердце твое, и ты говоришь, «Я Бог, восседаю на седалище Божьем». У него есть власть. Первое, что вызывает гордость — власть. Люди, у которых есть власть, часто впадают в гордость. Вот я за пару лет до того, как заболел. Ну, конечно же, нет. Обращали внимание на культуристов? Они ходят вот так, как будто используют спрей для волос вместо дезодоранта. Я в школе преподавал учителям 15 лет, и все время футболисты заходили в класс, садились, закатывали свои рукава и сидели вот так. И они говорили, «Учитель, у меня есть вопрос». «Нет, у тебя нету, просто зарисоваться хочешь». Итак, в самой себе власти нет ничего плохого, и в мышцах нет, но есть в гордости. Смотрите, если Бог дал вам большие мышцы, хорошо, не гордись, не превозносись, используй для Бога как-то. Помню парня в церкви в Техасе, чемпиона по поднятию тяжестей. На соревнованиях он поднимал 336 килограмм. Этот парень был мой друг. Вы знаете, я с такими людьми дружбу завожу. Я был у него на свадьбе, это был черный парень из церкви в Техасе. Я управлял там в одной церкви, у нас было 300 черных детей каждое воскресенье. Также мы привозили их на автобусе в гимнастический зал. Многие годы я это делал в городе Тайлор, Техас. И я ему говорю, послушай, так как ты черный, то ты можешь быть хорошим примером для детей. Давай их соберем, ты покажешь им, как поднимать штангу, а потом расскажешь свое свидетельство. И он говорит, хорошая идея, буду рад. Он говорит, хорошо, ты их всех найди, привези в зал, а я покажу им пару упражнений, а потом расскажу свидетельство. И был ажиотаж, мы вокруг раздавали буклеты, дрил, буви, чемпион по пауэрлифтингу будет свидетельствовать в гимнастическом зале. В тот день дети заполнили зал. И вот заходит дрил, костюм не может скрыть рельефных мышц. Он говорит, брат Хован, сколько ты достал? Я говорю, дрил, вес всей школы, 390 фунтов. Он говорит, 390, и это все. Я говорю, что ты имеешь в виду, и это все? Потребовалось 10 человек, чтобы это все сюда внести. Он говорит, наденьте это. Я говорю, что все сразу, на штангу? Хочешь поломать что-то? Он говорит, да я просто костюм не хочу снимать ради этого. Он лег на скамью и отжал эти 177 килограмм, как игрушку, 20 раз. Соскочил из скамейки, и ребята обалдели.
А потом он говорит: «Ну хорошо, давайте посмотрим, сколько брат Ховант отожмет». Конечно же, дети закричали: «Давай, брат Ховант!» И я, конечно же, не хотел их разочаровать, я лег и отжал тридцаточку. На самом деле, я действительно лег. И толкал штангу усиленно. Не думаю, что штанга это поняла. Я ее даже с места не сдвинул. И если бы мне удалось, она бы меня убила на пути вниз. Итак, в самих мышцах нет ничего плохого. Но в гордости. Бог ненавидит гордость. То же происходит с ребятами, когда им исполняется 14 или 15 лет. У них начинают волосы расти на груди. И они так гордятся этим. И они рубашечку не застегивают, начиная вот отсюда. Используют спрей для волос, как бы показывая, вот, волосы. И на улице 15 градусов мороза, кто-то подходит и говорит: «А тебе не холодно?» «Да, я замерзаю». «Тогда застегнись». «Нет, ты знаешь, если я застегнусь, они не увидят». «Что?» «Волосы вот здесь, видишь?» «Так вот, на, возьми их». «А, ты испортил ему всю его подростковую жизнь. Он 14 лет пытался получить эти волосы, а ты их искоренил». Помню свои годы в колледже на Среднем Западе в Мичигане. Это был баптистский колледж. И мы с ребятами решили отрастить усы. Такая новая фишка была у нас, знаете. Ну и мы друг с другом договорились: если ты будешь, и я буду. Хорошо, я буду. Итак, мы решили, и какое-то время я начал отращивать усы. И доктор Мэлоун зашел к нам однажды и сказал: «Хорошо, ребята, у нас в школе появляется новое правило». Я подумал: как раз то, что нам нужно, еще одно новое правило. Он сказал: «Больше никаких усов на мальчиках». Ну или на девочках. Затем он сказал то, что я не могу поверить, сказал при всех. Я себя так неловко почувствовал от этого. Думал, что никогда не повторю, что он сказал. Он сказал: «Не понимаю, ребята, зачем вы трудитесь, чтобы вырастить что-то под носом, когда оно само буйно растет под мышкой». Итак, я вернулся в общежитие, взял редко используемый станок, последний раз долго посмотрел в зеркало, сбрил их, а потом смыл в канализацию. А один парень, который жил напротив меня, обозлился и бросил колледж. Отказался сбрить усы. Слушайте, слушайте, слушайте. Ничего плохого в усах нет или в бороде. Но в гордости. Бог ненавидит гордость. Гордость Бог ненавидит, а не волосы. Четыре вещи, согласно Библии, причиняют гордость. Первая — власть. В Иезекииле 28:3-4 говорится: «Вот ты, премудрый Даниила, нет тайны, сокрытой от тебя. Твоей мудростью и твоим разумом ты приобрел себе богатство». Итак, мудрость и богатство, деньги — еще две причины. А как действительно насчет очень умных, мудрых людей этого мира? Не у многих из них кроткий, тихий, смиренный, благочестивый дух. Не такой, когда говорят: «Боже, я сделаю все, что ты хочешь». И не у многих культуристов такой смиренный, благочестивый дух. Опять-таки, ничего плохого в мозгах нет, Бог их сотворил. И если Бог сделал вас мудрыми, хорошо, используйте для Бога это. Но то, что я замечаю в университетах, когда у меня дебаты с профессорами, это очень умные люди. Но в этом их крах. Они горды, заносчивые, высокомерные, нам Бог не нужен, мы можем это объяснить. Все дело в эволюции, вы, христиане, такие тупые. И атеисты, которые где-то рядом с этой церковью, думают: какие вы глупые христиане, потому что ходите сюда. Такое у них отношение. Итак, не мозги плохо, а гордость. Библия говорит: твоей мудростью ты приобрел себе богатство, и твое сердце превознеслось из-за богатства твоего. Третья причина гордости — деньги. Деньги могут причинить гордость. В самих деньгах плохого нет, но в гордости. И если Бог дал тебе много денег, хорошо, используй для Бога. Вы можете увидеть, какие эмоции приносят деньги, когда вы играете в монополию. Кто-то раньше играл в монополию? Как вы себя чувствуете, когда вы выигрываете в монополию? Когда-то выигрывали? Предположим, у вас звездный час, победа. Вы все выкупили.
кроме водопроводных сооружений. У вас 10 тысяч долларов, банк пустой, все у вас. Ваша очередь бросать кубик. Все в ваших руках. Вы будете нервничать? Нет. У вас такое гордое, напыщенное отношение, куда хочу, туда иду. И вы кидаете кубик. И вы не беспокоитесь, если вы не попадете на водопровод. Конечно, нет. Что это будет? 20, 50, 100, 500, 1000 долларов? Сдачу оставьте себе. А если вы когда-то играли в монополию и вы проиграли? Когда-то проигрывали? А, большинство. Как вы чувствуете себя? Когда ваша очередь бросать кубик, все, что у вас, это система водоснабжения и 5 долларов. А напарник владеет всем остальным, даже объединенным благотворительным фондом. Итак, ваш ход. Вот что вы делаете. Вы трясете кубик немного дольше, чем нужно, потому что молитесь. Говорите: «Господи, хочу попасть в тюрьму, пошли меня в тюрьму. Господи, я обещаю, я не выйду, еще 3 хода». Вы кидаете и попадаете на деревянную дорожку. И говорите: «Ой-ой-ой, деревянный мостик, а». И вы говорите: сколько это? И он говорит: так, деревянный мостик с 12 отелями, так, посмотрим, это будет 4,5 миллиона долларов. А вы берете свои 5 долларов и считаете их. 5. И вы смотрите, может, он уронил что-то, может, там что-то, может. Знаете, у вас совершенно другое отношение, когда вы банкрот. И Бог это знает. Он знает. И наперед нам дает много денег. Я часто слышу, как христиане говорят: «Господь, если дашь мне выиграть в лотерею, я буду платить десятину». А Господь может ответить: «Я на прошлой неделе тебе дал 10 долларов, ты с них ничего не дал. Хотите, чтобы он вам миллион доверил? Я тебе 10 не могу доверить». Деньги вызывают гордость. Иезекииль 28:17. «От красоты твоей возгордило сердце твое». Красота вызывает гордость. Вы знаете, немногие красивые, привлекательные женщины в мире имеют тихий, смиренный «я все сделаю», слуги, дух и отношения. Красота — это неплохо. Даже можно подкраситься, старый амбар нужно иногда покрыть краской. Но гордость — плохо. Бог ненавидит гордость. Я 15 лет в школе работал. Обычно, когда выбирают лидера молодежи среди девушек, чья лидер, не всегда, но часто, красивая, талантливая, популярная девушка выигрывает этот конкурс. И не всегда, но часто что-то меняется в ее отношении. Они осознают, они лидеры. Они так нос высоко задирают, что туда дождь может попасть. И у них такое отношение: «Я сейчас чиарлидер, мой пот больше не воняет». И вот собирается маленький кружок подружек пообедать. Также тут и чиарлидер сидит, она здесь. И также сюда входит другая девушка. У нее парочку килограмм лишнего веса, парочку бородавочек, прыщей. Также нет крокодила на футболке. И эта девушка садится, а чиарлидер говорит: «Извините, это место занято для другой чиарлидер. Ты бы не могла взять свой завтрак, выйти и съесть его около грузовика». Конечно, это возмутительно, но вы знаете, о чем я говорю, да? Это гордое и дерзкое, я красивое, это страшное отношение. Итак, ничего плохого в красоте нет, но есть в гордости. Вы знаете, эти глупые подростки, я все никак понять не могу. Говорят, что гормоны развиваются быстрее, чем мозг. Подходят ко мне и говорят: «Брат Хованд, вы должны увидеть мою девушку, ну и ну. Она такая красивая». А я говорю: «Хорошо, хорошо, можно спросить, а она Господа любит?» «Ну, насчет этого я не знаю, но ой-ой-ой, она красивая». Я говорю: «Извини, но она не всегда будет красивой». А он говорит: «Нет, она всегда будет красивой». «Да? Тогда почему бы тебе не сходить в дом престарелых и выбрать хотя бы одну, которая бы тебе понравилась?» Ребята, выбирайте ту, которую любит Господа. Это будет особо важно через лет 50. И также бывают глупые девочки-подростки, говорят: «Посмотрите на моего парня, он такой интересный». Я могу сказать: «Хорошо, а он работать умеет? Он может вставать утром? На работу он приходит вовремя, каждый день?
Нет, но он очень интересный. Послушай, дорогая, я не хочу лопнуть твой мыльный пузырь, но однажды он станет дряхлым. Лучше выбери того, кто любит Господа, умеет работать. Это будет значить намного больше в последующие дни. Библия говорит, что красота может вызвать гордость. Притча 6. Вот 6, что ненавидит Господь. Даже 7, что мерзость душе его. Глаза гордые. Это первое в списке. Бог ненавидит гордость. Гордость и высокомерие, и злой путь, и коварные уста я ненавижу. Притча 8.13 в русском. Мерзость пред Господом всякий надменный сердцем. Погибели предшествует гордость и падению надменность. От высокомерия происходит раздор. Слово «раздор» означает «война», «ссоры», и это происходит от гордости. Вы бежите к машине, а брат или сестра кричит: «Я хочу на переднее сиденье». У-у-у. Гордость. «Мама, я хочу у окна сидеть». Гордость. «Мама, я хочу пульт, он все время каналы переключает. Моя очередь смотреть телевизор». Гордость. «Выглядит, как будто я у вас дома побывал, да? У меня у самого трое детей». Дети, в следующий раз, когда вы бежите к машине, и ваш брат или сестра кричит: «Я хочу переднее сиденье», вот что делайте, это всегда работает. Отвечайте: «Хорошо». И сядьте сзади, больше ни слова не говорите, и ваша мама потеряет сознание. И вы уже будете вести машину. Вот то, что на самом деле вас привлекает. Переднее сиденье, руль, педали. Любая ссора вызвана гордостью. Эй, мужья и жены, у вас не все ладится? Я знаю, где ваша проблема. И неважно, где вы живете. Гордость. Эй, у вас с начальником дела не ладятся? Я знаю, почему. Гордость. Библия говорит, что каждая ссора от гордости. Читайте. Да не хвалится мудрый мудростью своей, да не хвалится сильной силой своей, да не хвалится богатый богатством своим, но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает меня, что я Господь. Сколько вы знаете Господа? Ваше сердце право перед Ним? Вы с Ним близки? Смотрите, если вы пошли на рыбалку и поймали 7-метрового тиранозавра Рекса, и он нападает на вашу лодку, или, как в том фильме, стены дома разрываются. И представьте, что он прямо сейчас может выхватить вас из этих стульев. Дети, слушайте внимательно, потому что я изучал динозавров очень много. И я знаю, чего боится Т-рекс. Если хотите его напугать, вот что нужно делать. Итак, если он за вами гонится, скажите ему: «А теперь остановись, мистер Т. Тебе меня не съесть. У меня есть волосы». Уже 2. Так и забоялся. Смотрите, как побежал. Если это не сработает, попробуйте 2. «Мистер Т, у меня есть мышцы». Думаете, это сработает? Наверное, нет. Смотрите, Бог это с Иовом делает, Он его готовит. И нам предстоит быть на Божьем суде. И вы не скажете: «Господь, Ты должен взять меня на небо, потому что у меня мышцы». Может быть, вы гордитесь своими мышцами, но Богу все равно. Попробуйте вот это: «Мистер Т, ты меня не съешь, я умный. У меня высокий коэффициент интеллекта. Я занимаю первые места в различных конкурсах. Я лучший». Да, вы, может быть, очень гордитесь собой, но для него вы такой же вкусненький. Ему все равно. Попробуйте вот это: «Мистер Т, ты меня не съешь, я чиа-лидер». Раз, два, три, четыре, раз, два. Ой, смотрите, как испугался, как побежал. Это что, его спугнет? Хорошо, еще вот это попробуйте. «Мистер Т, ты меня не сможешь съесть. У меня классная машина. Кадиракт». Я имею в виду морщин, Колин. И смотрите, как побежал, как побежал. «Меня ты не съешь, мистер Т, потому что я капитан баскетбольной команды. Я могу взять мяч и понабивать. И затем я могу бросить мяч в кольцо». Ух ты! В кольцо можешь, как тюлень. Ух ты! Вы знаете, мы гордимся чистой ерундой. Богу все равно. И Т-рексу тоже все равно. Смотрите, я думаю, Бог корректирует Иова. Он говорит: «Ты боишься Т-рекса, а меня ты боишься?» Люди, мы потеряли страх Божий в этой стране.
Откровение 14.7. «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его». Очень скоро мы окажемся на суде. Нам нужно смириться пред Богом и бояться Его. Библия говорит, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Старый и мудрый проповедник однажды разговаривал с молодым. Молодой спрашивает, «Брат, я заметил кое-что в вашей семье. Все ваши дети выросли и начали служить Богу. Почему? Почему все ваши дети любят Бога? В чем секрет?» Старый проповедник сказал, «Сын, мне кажется, я знаю секрет». Молодой взял ручку и говорит, «Сейчас я запишу». «Нет, тебе ручка не нужна, запомни». Молодой говорит, «Наверное, потому что вы их послали в христианскую школу». «Это христианская школа?» «Это, конечно, хорошо, если можешь сделать так». «Но не в этом секрет». «Может, это семейные чтения Библии?» «Может, вы их заставляли ходить в церковь в воскресенье утром, в воскресенье вечером, в среду вечером, всегда, когда можно?» «Нет, не поэтому». «Так почему же ваши дети на правильном пути?» И старый мудрый проповедник сказал, «Знаешь, сын, секрет, почему мои дети такие, это Божья благодать». «Божья благодать? А как вы ее получили?» «Бог должен дать ее тебе». «Но как я ее получу?» «Вот, смотри, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». «Вы хотите Божью благодать? Вам нужно смириться». «Эй, папы, когда вы последний раз смирялись? Когда последний раз дети ваши видели вас молящимися? Когда последний раз ваши дети слышали, как вы говорили, «Извини, я не прав»? Когда последний раз? Эй, мамы, когда дети слышали, как вы говорили, «Я не права, извини»? Эй, дети, когда последний раз вы себя смиряли и говорили вашему брату или сестре, «Я виноват, прости меня»? Я не имею в виду тот случай, когда мама тащит вас за ухо. «А ну, извинись перед братом». «Хорошо, я извиняюсь». Нет, нет, я имею в виду реально, когда вы смирялись. Бог гордым противится. Может, кто-то из вас всю жизнь над чем-то трудится, но предоставить нечего. Наверное, Бог противится всему, что вы делаете. Может быть, здесь проблема. Как хорошо, когда Бог на вашей стороне и помогает вам. Я знаю людей, которые зарабатывают намного больше, чем я, но у них ничего нет. Может, здесь проблема? Подумайте. Наконец, в 42 главе Иов ответил и сказал, «Знаю, что ты все можешь, и никакие мысли от тебя не скроешь». Вы знаете, что Бог знает все, о чем вы думаете? И поймите это, Он вас все равно любит. Какой хороший! «Выслушай, взывал я, и буду говорить, и что буду спрашивать у тебя, объясни мне. Я слышал о тебе слухом уха, теперь же мои глаза видят тебя. Поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле». Иов был другим человеком. Все, что Бог сделал, это задал 84 вопроса, показал двух динозавров, упомянул гордость и все. И Иов – другой человек. А вы хотите измениться? Внимательно почитайте Иова, что Бог говорит. Псалом 23.3. «Кто взойдет на гору Господню, или кто станет на святом месте Его? Тот, у которого руки не повинны и сердце чисто». Простой вопрос сегодня вечером. У вас чистое сердце? Прямо сейчас. Какое у вас сердце? Если бы вы умерли и предстали пред Богом, скажет ли Он «Добро пожаловать, сын», «Добро пожаловать, дочь»? Или, может быть, что-то там нечистое? «У меня есть шлак в локте, который будет там до конца моих дней». Не стоит вытаскивать. Но я бы хотел, чтобы у вас было чистое сердце. Оно такое? Вы скажете, «Брат Хованд, я диакон, я диакую». Или что они делают? Хорошо, хорошо. Я думаю. Но не в этом вопрос. Вопрос, в правильном ли состоянии ваше сердце пред Богом. Вы скажете, «Брат Хованд, я в церкви пою». Хорошо, хорошо, делайте это, но не в этом вопрос. Какое ваше сердце? Вы скажете, «Брат Хованд, я много денег жертвую в церковь». Хорошо, я рад. Но не в этом вопрос. В правильном ли состоянии ваше сердце пред Богом? Помню, мне было 16, когда я спасся. Это было замечательное чувство, когда ты чист. Кто-то помнит такое чувство? Я чист. Мои грехи ушли. И через пару недель
Я солгал моему отцу. Ничего серьезного не было, но тем не менее я солгал. И я потерял это чувство чистого сердца. Следующим утром отец меня вез в школу на старом Фольксвагене. И я начал плакать, сидя на переднем сидении. Он говорит: «Сын, в чем дело?» Я говорю: «Папа, останови машину, пожалуйста». Он остановился рядом с Макдональдсом. Я сказал: «Папа, вчера я тебе солгал. Я виноват. Прости меня». И я плакал, он плакал. В школу я пришел с двумя вещами. Заплаканные красные глаза и чистое сердце. Я выбираю чистое сердце каждый день. А ваше сердце чистое? Помню, я был христианином уже несколько месяцев. И я списывал на экзамене по геометрии. Я знал геометрию, я во сне мог задачи решать. Но к тому тесту я не подготовился. Списывать легко. Спросите любого студента. Списывать легко. Это легко. И я списал. Но мне это не давало покоя. Я потерял это чистое сердце. На следующий день в школе я не мог дождаться урока геометрии. И перед уроком я подошел к учителю и сказал: «Сэр, это был один из тех учителей, которые терялись в своем мире забвения. Когда-нибудь встречали таких учителей? Все время на доске пишет свои формулы, никогда даже на студентов не глянет. Ты можешь выйти из класса, пойти в раздевалку, вернуться, а он даже тебя не заметит, он потерян где-то там, в космосе». Очень легко было списывать на его уроках. Я захожу и говорю: «Сэр, сделайте кое-что для меня». «Конечно, что, Хованд?» «Я хочу, чтобы вы мне поставили 0 за вчерашний экзамен». Он говорит: «Почему? У тебя 100?» «Да, сэр, я знаю, но я списал». Это тяжело делать. С того урока я ушел с двумя вещами. 0 и чистое сердце. Я выбираю чистое сердце. А у вас какое сердце? Некоторые из вас детей должны попросить прощения у родителей. Вы украли деньги у ваших собственных родителей. Вы обманули ваших собственных родителей. И все нормально. Никто не заметил. Вы продолжаете жить. Но Бог заметил, и у вас нет чистого сердца. А если вам до этого дело? Должно быть. Богу все равно, какой ты умный, сильный, красивый, талантливый. Ему все равно. Важно чистое сердце. И это все. Не важно, что ты умный или богатый, поддерживай его чистым, и Бог будет использовать. Не чистое он не будет использовать. А вы хотите, чтобы Бог использовал вас? Тогда лучше смиритесь. Попросите прощения у кого нужно. И верните то, что украли. Нужно, чтобы сердце было чистое. И даже если будет больно, как тогда мне, когда вычищали камни и смолу, это того стоит. Нам нужно молиться, как Давид: «Господь, очисти меня иссопом, омой меня и буду белее снега». Нам нужно иметь чистое сердце. Подумайте об этом сегодня. Бог показал Иову одного динозавра, а потом Левиафана, и изменил Иова. И причина, почему я разъезжаю и проповедую о динозаврах, вы скажете: «Это интересно». Нет, нет, нет. Я хочу видеть пробуждение, люди. Америке нужны христиане с чистыми сердцами. У нас много христиан, которые умеют правильно говорить, не так ли? И делают правильное движение. Но они приходят домой и смотрят грязные телепередачи, слушают плохую музыку, сердце их не чистое. Насколько Бог велик для вас? Слушаетесь ли вы Его в том, как одеваться, как стричься или что говорить? Насколько Он велик вообще для вас? Если у вас будет чистое сердце, вы скажете: «Господь, что мне делать, покажи, я это сделаю». Я могу это не понять, мои друзья могут это не понять, неважно, я это сделаю. Если у вас будет такое отношение, вы в жизни можете много сделать. Давайте встанем и помолимся.